Вот пельмени закипели, на заморозке ставил, вот. После закипания 5 минут надо, чтобы они, это самое, сплывшие уже 5 минут еще должны скипеть, потом уже все. Но у меня сегодня аппетита как такового нету, но штук 15, я думаю, одолею. Вот. А для поднятия аппетита вот такие вот мои же маринованные помидорчики, такие сладкие. Ну и кисель шиповника, вот такой вот кисель шиповника. Я целую кастрюлю наварил шиповника, я разламываю сначала блендером почти до мукообразного состояния. Потом, короче, я варю быстренько, в течение 15, 10 минут даже это получается. Если целым варить шиповник, долго. А я ее раздрабливаю погружным этим блендером, и получается такой масса. Потом сварю, через сито провел, через 5 минут уже после того, как сварил. И все, кисель готов. Процеживаешь, потом же добавляю крахмал картофельный. И вот вкуснятинка получается невозможная. Теперь выключать можно. Вот, черным перчиком таким вот так вот. Ну, я думаю, это самое, можно и с бульончиком. А то это самое жиденькое надо что-то. Вот и бульончик вот так доливаю, вот так вот. И с бульончиком вот он, жиденькое. Вот такой вот ужин. Вот, скромненький, бюджетный, анкарийский.